Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды в магазине. Забираем бесплатный пак, который дает нам 5 долларов. Так, дальше бежим с тобой быстренько на нашего маленького паукуса. И начинаем искать что? Ага, джойстики мы еще с тобой не нашли. Надо найти. Так, крюк кошка, это все не то. Так, один джойстик есть, нужен еще один. Куда ты меня бросаешь? Так, подожди, надо где? Вот тут вот лучше, да, по-моему, искать. Хотя, что там, что здесь, везде абсолютно одинаково. Так, один мутаген пока мне выпадает. Все, джойстики, по-моему, мы с тобой нашли все. Так, теперь 14 ячеек кренгов силовых, причем 14. Да. Слушай, две уже нашли. Так, телескоп выпадает. Телескоп нам не нужен пока вообще. Понятно, короче, все. Силовые ячейки кренгов перестали падать. Ладно, мы с тобой выполнили задание. Сейчас быстренько заберем наши награды и поднять уровень персонажа, плюс пройти серию испытаний. Серию испытаний быстренько с тобой пробежимся здесь. Я, наверное, все-таки возьму Бакстера Стокмана и хочу попробовать его залечить. Так, Усаги. Усаги, наверное, пока нам не нужен, возьмем. Хотя, почему не нужен? Нужен нам Супер Шреддер здесь. Так, и будем надеяться, что Бакстера Стокмана никто здесь не обидит. Так, давай, Майки, лечи команду мою. Все, шикарно, друзья. Теперь Бакстер Стокман у нас, как говорится, подлеченный. Можно ничего не бояться. Давай-ка укусик. Так, Леонардо пока перебьется. Мы не будем с тобой еще одну хилку тратить. Я не вижу надобности. А вот этого жука мы сейчас с тобой накажем. Все. Побежали. Это у нас последняя волна. И на ней у нас Крис Брэдфорд, я вижу, и Ванька-стиранка. Ну, давай, наверное, Ванюшу. Так, теперь супер-вертушка от нашего Лео. И добиваем Криса Брэдфорда. Все, друзья мои. Тут у нас отлично все получилось. И мы с тобой забираем наши награды. И, соответственно, все задания ежедневные у нас выполнены. Или нет? Нет, еще поднять уровень персонажа. Мутагена у нас 18 тысяч, это мало. Поэтому можно, в принципе, поднять уровень нашему Рафаэлю. Вот так. Сразу начал тут плясать танцы свои, да, с бубном. Ну что, пошли в бой. Испытания. Так, сегодня кто-то мне сказал, что вот здесь точно, ребята, вы были правы. Здесь можно получить майки видения. А я что-то про него и забыл. Спасибо за ваши подсказочки. Так. Слушай, ну тогда нам придется, наверное, сегодня манию майки пройти вот до сюда. А в следующей серии тогда мы с тобой пойдем до Шинигами. Так, поехали. Как раз испытание для нас. Слишком много уровней здесь, как говорится, не дали. Ты видел, да, сам? Тут у нас кто? Пиццелицы 55 уровня, плюс Джастин, ну остальные все вроде бы нормально. Вот только пиццелицы хромает. Но нам и не нужно с тобой проходить полностью это событие. Дойдем до третьего эпизода, а там уже будем просто фармом заниматься, и все. Так, давайте, ребята. Наказали майки Рафа. Опять майки. И мутант белки. Все, ребята, ну первое событие легкое. Да и, в принципе, и второе, и третье тоже будет легкое. Так, ребят, не обращайте внимания на мой охрипший, осевший голос. Не знаю, наверное, заболеваем. Будем надеяться, что нет, но голос у меня скрипучий. Так, давай. Здесь наказываем. Три волны. Ну, я думаю, что здесь, да, 25 уровень даже без проблем. Даже для Пиццелицева тут никаких трудности не составит разобрать эту команду. Ну и, соответственно, следующий поединок уже будет
для фарма. Потому что именно там мы с тобой получим Микеланджело видение. А ДНК нам нужно на него, ну, приличное количество, да? Вот он. Поехали. Также на автобое, ребят. Все на автобое. Так, тля у нас тут. Мы ее, естественно, наказываем. Окей. Зэк бы мог бы, в принципе, здесь бомбочку одну кинуть. И я думаю, этого было бы достаточно, чтобы всех уничтожить. Так, два майки, три майки, да? Красавчики, все. И белочку мы с тобой тоже уничтожили. Как-то так. А теперь давай посмотрим, сколько у нас с тобой осталось сыра, чтобы фармить. Сыр у нас 60. Слушай, так мы сейчас тут должны вытянуть. Я надеюсь на это, что кружка, осколки, жетоны. Опять жетоны. Ты смотри, что делает, а, игра. Она специально не дает мне персонажей. Есть. Именно майки выпадает нам. Фух. Так, давай-ка мы вообще посмотрим, сколько нам нужно ДНК для Микеланджело видения. Слушай, нам, наверное, проще это сделать вот здесь вот, в магазин зайти. Слушай, ну в принципе 21 ДНК, и он у нас прокачается. Ну и как ты видишь, на Рафаэле видение тоже нужно всего лишь 10 ДНК. Я тебе скажу, это не так уж много. Ну что, а теперь у нас остается арена, друзья мои. В Лигу Самураев меня забросили, как ты видишь. Ну ничего страшного. Нам, как говорится, не привыкать. Я возьму, наверное, здесь... Никого здесь брать не буду. Давай-ка мы, наверное, своими силами. Вот только получится ли у нас своими силами? Это вопрос, конечно, интересный. Но своими силами я имею в виду, что мы не будем с тобой привлекать топовых наших бойцов. На равных попытаемся. Но здесь такая командочка, что я даже немножко сомневаюсь. Так, Карайка, Майки. Да, друзья мои, сейчас понижают атаку. Чё-то я совсем не рад. Ну-ка, давай локтем. Да ну. Это что ж такое за урон-то ничтожно малый, а, друзья? А ну-ка давай. Может быть взять... Давай возьмем провокацию. Провокацию возьмем на кожеголового, пускай они... Ах ты хиляешь. Я думал, сейчас будет вертушку делать. Гранаты, да, полетели в нас. Сейчас, по-моему, доиграюсь я. Потому что постепенно урон тут уже повесили на нас. Карайка тут психует. У них уклонение стоит. Фиг ты по ним попадешь теперь, наверное, да? Нам нужно лечить. Лечить раны, ребята. Не очень, конечно, хороший вариантик я выбрал, если честно. Вообще. Так, давай, Эйприл, все надежды на тебя. Уже головой массовую атаку. Ну, хотя бы так. Слушай, Карай, ты достал уже, а? Смотри, этот сейчас, наверное, массовый, да? Нет. Он усиляет команду на атаку. В принципе, Рокстеди уже, я смотрю, там... Ах ты, очищение делает, ты посмотри. Давай-ка попробуем бомбануть Рокстеди. Есть. Теперь, что делать-то? Наверное, попробуем вот так вот в майке бросить гранату. Магический щит, точно. Давай-ка мы с тобой защиту повысим нашим пацанам. Минусанешь? Красава, Эйприл, красава. Так, минус. И шайбу в лоб. Трындец. Я тебе скажу, это был очень напряженный бой. Я на самом деле думал, что все, кого-нибудь сейчас потеряем. Но мои ребята нас не подвели. И это круто. Занимаем мы с тобой 13-ю позицию. Четко. Так, двигаемся дальше. Берем с тобой 15-19. Слушай, давай-ка мы, наверное, возьмем одного сильного. Потому что там у нас 45 уровень бибопчика в конце остался.
Вот эту команду отыграем. А дальше, наверное, попробуем опять же сами. Без привлечения высокоуровневых персонажей. Так, ну-ка, Рафаэль, давай. Костяшки свои бросил, да? Теперь ракетница. Все. Ну, тут и понятное дело, потому что у нас нейтрализатор, он был 70 уровня. Соответственно, добить ему это было проще простого. И мы переходим с тобой, да, в Лигу Сёгунов. Так, мы вчера с тобой закончили на Лиге Сёгунов 3 звезды, верно? Верно. Так, тут смотри-ка, 50-47. Давай, наверное, вот так. Нет, вместо морозильной кошки мы возьмем с тобой Мондогека. Я знаю, что здесь риск, но ничего не поделаешь. Так, ну-ка, заклюй до смерти. Угу. А если баллончик бросим? Так, ну что, я только вижу лишь... Блин, иммунитетку делает. Ладно. А мы с тобой поставим энергощит. Так, захил. Да хорош, успокойся. Так, пит оглушили меня. Эй, вы что, ребят, совсем что ли рамсулю попутали? Ну-ка давай, корок, кстати, сбей его с ног. Фигушки, не получилось. А если гранат бросим? Да побольше. Так, бабах. Можно нашу команду еще и ускорить, ко всему прочему. Так, Пит, ты главное это. Не паникуй. Минус Рафаэль. Ну-ка. Отличная массовая атака. Почему мне нужно, ребята, Рафаэля побыстрее уничтожить? Не забыл, надеюсь, что он у нас лекарь. Так, Мондогека получает этот. Естественно, естественно. Блин, да что ж ты. А если лизуна врубить? Фигня какая-то. О, нет. По-моему, сейчас, ребят, кому-то крышка будет. Пит, давай, родной, я не знаю, сколько ты там хильнешь. Ну, нормально, слава богу. Так, кого бы там нам... Давай, наверное, вот так вот сделаем. Повышенная атака идет по Ваньке. Отхил, что ли, я не понял. Нет, это иммунитет. Теперь вешаю щиты на себе. Блин, у меня ни одного провокатора нет, вот в чем беда. Вот в чем беда. Да упадет этот Ванька сегодня или нет, а? Есть, упал. Так, теперь вот не знаю, давай, наверное, все-таки бибопчика валить. Так, у нас уклонение на Роквуле. Поэтому отлично все. Вот не хочет подойти все, ты посмотри, а. Я в шоке. И остается у нас Роквул. Так, давай-ка мы... Вот, ребята, называется своими силами, без привлечения хаев. Так, с одной плюшки они падают, а так у нас уходит на один поединок где-то минутка-полторы. Есть разница, ну ладно. Мы с тобой переходим на 63-ю позицию. Сегодня, может быть, получится перейти в Лигу Мастеров. Хотелось бы мне в это верить. Так, и что же? О, 15-20, отлично. Но уровень, ребята, уровень уже вырос, поэтому... Без привлечения не получится. Берем зэка. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Ну, зэк, естественно, бросит бомбочку. Возможно, даже кто-то здесь упадет. Есть такую вероятность. Ну-ка. Нету такой вероятности. Давай, Лео, вызывай свой космический корабль. Так, нам проще добить Эйприл сейчас в данный момент. Ну-ка. Ты сейчас серьезно? Ты сейчас серьезно? Вот видишь, вот о чем я говорю. Мы не можем их даже пробить с тобой. А сейчас Эйприл еще хильнет и будет вообще замечательно. Неужели успеет действительно хильнуть, а?
Нет. Все, хила мы их лишили. Прекрасно. Так, этот заблокировал мне способность, а, гаденыш, ты посмотри, что творит. Ух. Да ну хорош. Твою налево, ты посмотри. По всем фронтам нас заблокировали. Меткость понизили. Я не знаю, как мы тут часто будем выкручиваться. Видишь, промахиваемся. Давай так попробуем. Не можем попасть. Ну, есть. Так, давай лечить нашу команду. Так, теперь, наверное, Чемпи, повесь, пожалуйста, на него постепенно урон, а? Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Я тебя умоляю, а. По-моему, сейчас кто-то упадет у меня. Я уже вижу кандидата, и это, скорее всего, будет у нас Саблезуб. Слушай-ка, а вдруг... А вдруг нам повезет, а? Хотя я в везение не особо верю. Ну, Лео, пожалуйста, ну, есть. Трындец. На волоске, ребят, буквально на волоске от гибели был у меня Саблезуб. И мы вырвались из этих тисков. Были как между молотом и наковальней. Так, давай, наверное, пойдем сюда. Возьму Леонардо. Не понял, как-то тут Донателло затесался у нас. Так, так, так. Я его, видимо, не успел отыграть. Ну что, братья тут стоят, поэтому давай-ка быстренько сейчас нашинкуем. Все, даже пикнуть не успели. Так, ну двигаемся тогда далее. С 40-й позиции перемещаемся на 20-ю. Слушай, медленно, медленно идет у нас прорыв. Теперь возьмем супер шреддеры. Раз, два, три, четыре. Так, погнали. Ну, тут всем прекрасно ясно, что супер шреддер, естественно, с одной плюшки вынесет их всех. Так, и продвигаемся с тобой далее. Наверное, перейдем сейчас все. Да, две звезды. Позиция у нас с тобой 92-я. 15-20. Ну, давай возьмем эту команду. Возьму Армагона здесь. Раз, два, три, четыре. Ну, понятно, что здесь и Армагон тоже бросит свой валун. И, соответственно, всем каюк. Давай. Другого и быть не должно. Поехали дальше. Так, с 92 места мы переходим на 71. То есть, получается, грубо говоря, мы 20 ступенек с тобой проходим за один раз. То есть, если брать соточку, да, получается, нам нужно с тобой 5 побед сделать. Это, опять же, не так много, как по мне. 5 побед. Грубо говоря, это 20 отыгранных персонажей. Я имею в виду обычных. Ну и повышение ранга сразу же. Так, тихо, тихо, Донни. Ну, понятно, Донни выжил. А вот как вот у нас выжил Сплинтер, вот это для меня загадка. Все. Так, продвигаемся. Было 70-е, да? Или какое там у нас? 71-е. Становится 50-е. Ну да, 21 ступеньку сейчас пролетели. Берем эту вот команду. Возьму Бакстера Стокмана. Слушай, подожди, подожди, подожди. Бакстера Стокмана-то я возьму, но мы все прекрасно знаем, что у него... Хотя он должен по уровню даже взять. Но тут Карайка у нас. У нее инициатива, сам знаешь, да? Зашкаливает. А сейчас все. Прекрасно. А у кого интересная инициатива больше? Ну, в данный момент была у Карайки, но она и уровнем больше, чем Хан. А вот если бы они были одинакового уровня, мне кажется, что все-таки Хан был бы первым.
Так, ну что здесь, Дони, Ванюшка. Дони, Ванюшка, да? Один с пулеметной дробью, другой с сюрикенами. Так, ну попробуем вот такой ударчик сделать. Мак, он упал. И сделаем базуку. Все. Докрекались. Погнали тогда далее. Так, ну что, у нас там где-то 7-я позиция получается. Да, мы с тобой сейчас в лигу Сюгунов 3 звезды залетим. Но надо будет еще по-бренькому как-то пройти. Ну, грубо говоря, возьмем 10 поединков. Персонажа у меня, наверное, не хватит. Так, поехали. Накидной. Давай-ка сделаем, наверное, с тобой баф. Минус Дони. Дальше. Запах изо рта, естественно, неприятный. И плюс ракеты. Шикарно. Погнали. Так, ну что, Лига Сёгунов 3 звезды. Я нас поздравляю, друзья мои. И в то же время продолжаем бомбить. Так, 16-21. Берем Рафаэля, берем Майки, берем Змейка Вьюна и вот этих двух. Так, надо будет, наверное, нам потом с тобой Леонардо Видение все-таки прокачивать. Его супер удар вот этот вот очень-очень крутой. Так, здесь можно взять, в принципе, провокацию. Она не будет лишней, это точно. Что ты делаешь-то, а? Понижаем теперь атаку. У вражеской Майки немножко поспешил, да, снять дебафы. А мы на них бац и заново повесили. Так, вот эта штука мне нравится, офигеть. Классно. А почему отхил? Ага, не успели, ребят. Эйприл хотела захилять, но ты сам прекрасно видишь, что тут выходит. Ничего не уходит. Хил у них не сработал. И они остались без поддержки. Но вот здесь вот почему-то, кстати, негатив снялся. Не знаю, как это умудрилось так получиться. Так, тихо. А вот это что такое, интересно? Щит и крестик. Хм. Не знаю. Так, 66-я позиция. Вот, 16-22 уже дается нам. Так, раз, два, три, четыре, пять. Все, они уже 65-67 уровень. Практически на равных играем. Ну, мои немножко повыше 70 уровня. Начинается, да? Твою налево. Змейка рай досталась. Так, тут либо хильнуть, либо... Давай так попробуем сделать. Все-таки атаковать буду. Караечка, ну, кричи. Минус двоечка. Берем провокацию на нашего Тимати. И выбрасываем астероид. Четко. Вот я заметил, кстати, Донателло, когда вызывает вот этот вот астероид. Если враги находятся под дебафом, особенно под пониженной защитой, то этот метеорит очень хорошо наносит урон. Так, ну что, 16-22, то что нужно. Раз, два, три, четыре. Ну уже, сам видишь, противник даже выше нас по уровню, поэтому придется уже брать Шреддера. В принципе, его здесь одного было бы достаточно, мне кажется, да? Кто тут против него сейчас выстоит? О, Эйприл. Приятно удивлен. Приятно удивлен. Я вот ни за что бы не подумал, что Эйприл может выстоять, потому что это медик. Ну и у нас 25 место. Получается еще, наверное, поединок другой и все. Давай-ка возьмем Леонардо. Слушай, а бойцов еще хватает у нас. Да, мы зайдем с тобой в Лигу Мастеров и еще даже немножечко там
Возьмем, может быть, даже где-то уровень 50-й, может быть, 70-й, где-то так, в этих районах. Так, подожди, я на это не рассчитывал. Если честно, я думал, что Леонардо всех подобьет. Но мы немножко обделались. Сейчас, по-моему, начнется расколбас. Так, хотя бы рук сиди упал. Критовку. А мы с тобой кофемашину. Да. Погнали. Минус майки. Возьми его на носорог. Да. Возьми его на носорог. Возьми его на рог. И добиваем. Все, ребят. Блин, действительно, что-то горло. Даже говорить больно. Ну что, четвертая у нас позиция с тобой. И мы... Поехали. Я возьму Леонардо, я возьму Шреддера. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну да, еще два поединка. Еще два поединочка. Ладно, давай, поехали. Угу. Этим не хватило, да, чтобы добить их. Все, валяются. Ну что, друзья, я нас поздравляю. Лига мастеров взята. Но сам понимаешь, что это не предел. Это далеко не предел. Так, подожди, нет, я возьму, наверное, все-таки Леонардо плюс Армагон. Раз, два, три. Получается, нам еще с тобой Муху и Шинигами надо отыграть. Погнали. Хоп, все, готовы, хлопчики лежат. Так, друзья мои, завтра у меня начинаются рабочие смены, утренние, поэтому два дня новых видосов не будет. А на выходном уже начнем клепать. Так, берем Лео, берем Армагона. Раз, два. Ну и, например, вот так вот сделаем. Погнали. Ну что, Армагон, справишься один? В легкую. Просто в легкую. Так, ну что, мы с тобой с ареной на сегодня заканчиваем. Так, занимаем с тобой 50-ю уже, да? 46-ю даже позицию, это круто. Так, денег у нас 1114. Да, Шинигами, осталось только ты. За монетки. Так, у нас с тобой... Секундочку. А, здесь... Здесь бесполезно, ребята, да? Ну, сыра у нас 16. Можно, в принципе, здесь. Пройти пару уровней, чтобы в следующей серии нам было меньше проходить. Ну и как ты можешь понимать, да, например, завтра, послезавтра будем когда играть, мы заходим с тобой в манию Майки, пытаемся найти там Микеланджело, а после пытаемся найти Шинигами. Ну, во-первых, нужно пройти вот это событие. Кстати, ты узнаешь, когда Леонардо и Карайка, самое начало игры именно так и начинается, когда Лео бежит за своими братьями, он встречает Карайку, и они вместе идут проходить... Приключения. Вначале тебе даются два персонажа. Потом, если я не ошибаюсь, тебе даются нейтрализатор. Потом... Потом я не помню кто. Нейтрализатор. А, потом вроде бы паукус тебе дается. Что-то в этом роде. Ну, точно знаешь, что первые бойцы это именно Карайка и Леонардо. Так, ну что,
Последняя, третья волна. Тыч. Ну тут понятно, с полтычка падает. Так, прошли. И давай-ка глянем, сколько у нас там еще остается сыра. Может быть даже еще на уровень, да, хватит? Хватит. Еще на один уровень. Ну то есть, так, что такое? Нет, давай вот так вот. Автобой. Поехали. Так, сегодня, конечно, я хотел, планировал, ребята, много что позаписывать, но всю ночь просидел и проиграл Варталис плюс, ребята, Чумную сказку еще играл, так что это все выкладывается у нас на втором канале. Как только загрузится, я выложу серии. Поэтому проспал после этого до 7 вечера. А завтра на работу. Как ты все вот это вот. Да я говорю, это полярная ночь сбивает меня, ребята, с толку. График, режим нарушается и все. Постоянно в темноте. Так, ну что, нам хватит еще на один поединок? Наверное, нет. Тут нужно 6. 6 сыра, а у нас 4. Ну что, тогда я буду на сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.